Three, two, one. Welcome to Belarus. Welcome to Minsk. К моему коню. Золотой. Конечно, хотелось бы, чтобы этот конь был живой, чтобы так можно было прокатиться на нем. Но меня будут, как это говорится, катить, да, на золотом коне. И говорят, что это будет очень ярко и красиво. Осторожно, не упадет. Вот. Так что сейчас мы это все увидим на репетиции. О! Дамы и господа! Момент, которого мы все ждали, саундчек настал. Или я его подожгу своим, слушай, пылким взглядом, да, так сделаю, вах, и он так пых. Золотого коня. Вот. И впоследствии проехаться по всему стадиону, приветствуя всех гостей открытия вторых европейских игр, которые проходят в нашей прекрасной столице, в столице нашей любимой родины, Республики Беларусь, в Минске. Хорошо. Если я аккуратно, так все хорошо.